Всем добрый день. Иду на коротенький дневной обзорчик. Попозже у вас будет лучше ролики, подлиннее чуть-чуть. А сейчас просто коротенько. Идем на пляж, посмотрим, что там творится. Даже замерим воду. Не было цели конкретно, просто взял с собой термометр. Ну, вдруг сегодня с утреца она была такая классная вода. Обалденная, прозрачная. Поэтому думаю, что надо. Ух ты, ёпрысота. Добрый день. Да там народа немерено. Баунти он плавает. Водичка обалденная. Я так понимаю, что это Давид на сапе. Там народа загорает. Дофигища. Хотя я вам не сказал, что прям такая прям солнечная, яркая сегодня погодка. Но нормально. Загорать можно. Это точно. Море просто мурлычет. Водичка чистейшая. Прям вообще волны практически нету. И прозрачная. Сам Бог велел ее замерять. Вон там он уже баунти. Вы видели его вчера. Из-за того, буёчки все пораставляли на центральном пляже. Остался только Калипсо. Если не ошибаюсь, то это Давид. Хотя, может быть, и не Давид. Слушайте, идешь, прям волн нету. Можно спокойно зайти в шортах, опустить термометр. И он никуда не уплывет, что я и сделал. Ну, я далек от мысли, что температура стала 17 градусов, если честно. Где-то так, 16, наверное, и осталось. Сейчас веревку пальцами зажму. Вот, сами видите, народ загорает. Мореплаватели, водоплавающие готовятся к путешествиям. Можно рассмотреть камешки, пока стоим. Реально можно рассмотреть их. Прям видно хорошо. Чуть-чуть не хватает солнышка в целом. Ну что, будем доставать из пучины морской. Ой, блин, чуть не намахнулся. Да ладно. Да тут все 17, что ли, показывает. Это не может такого быть. Я еще раз опущу, вот честно. Не верится, если честно. Что, за день, что ли, градус 2, ну, на градус поднялся. Вчера Александр замерял, было 16. Ну, возможно, есть, конечно, какая-то погрешность у него, этого прибора. Я поверку не делал. Ну, еще постою, еще раз достану. Так я скоро купаться буду. Между прочим, по каналам говорили, что, ну, море не так сильно прогревается, поэтому... Я и не верил. Ну что, уже пора, наверное, доставать. Вот, вы сами видите. Такое впечатление, что там чуть ли не 20 градусов. Нет. Ну, так, подождите, сейчас я риски. Не, 16 с копейками. 16, чуть-чуть выше 16. Такая вот температурка воды. Это, видимо... Не под тем углом посмотрел. Народ фоткается. Загорает. Так, где мои тапки? Тапки на месте. Вот такой вот денек нынче в Лазаревском. Море просто изумительное. Всем говорю до свидания. До новых, как говорится, встреч в эфире. Тут все красят, все готовят. Людей с каждым днем вот реально все больше и больше. Не шучу. Всем пока.